Всем добрый день! Хочу вам показать сорт Роттердам. Этот сорт голландский, очень популярный, и его легко достать, его легко найти в магазинах. Ну, вот хотела для него снять отдельное видео, так как он, в принципе, очень-очень достойный. Этот сорт очень любит много давать деток, поэтому, как правило, у него очень пышные кустики. Можно не отделять, и будут вот такие вот пышные кустики. Деток дает он с удовольствием, но немножко расскажу о цветочке. На самом деле в магазине они выглядят невзрачными, но принеся домой, до этого был у меня экземпляр, который был, если не ошибаюсь, ароматным. Ну, извините, может быть, могу и ошибаться, но он дома выглядит более ярким. Цветочек довольно-таки крупный, размером 6. Тоже неоновая губа. Очень охотно цветет. Вот. Дома он более как-то вот ярче выглядит. Я даже не хотела его покупать, но меня подруга просто заставила. Я купила, принесла домой, сразу ей позвонила и сказала, что, боже, какой он классный. Вот я вам его показываю. Пышно цветет. Ну, если еще, конечно, каждый кустик по одному, по два цветоноса. Это я только вот недавно приобрела его, купила, так что пока. Это магазинное цветение. Ну, вот такой вот сорт, недорогой. Ну, немножко в магазине может показаться невзрачным, но очень-очень интересный. Его многие любят, и он довольно-таки... Я люблю сорта, которые очень благодарные. Очень мало сортов, которые дают с удовольствием деток, с удовольствием цветут. И очень довольно-таки благодарные растения. Розовенькая, красивая, симпатичная орхидея. И неоновая губа. Вот. Тоже это его украшение.